Приветствую, друзья! Помните, я говорил о том, что у нас в Телеграме, я очень благодарен группе, которую ведут у нас организаторы этого формата там. А кто не в курсе дела про Телеграм наш, подпишитесь, вы это увидите, там про группу «Стройность», как постройнеть. И я очень благодарен, и поэтому я говорил о том, что скоро у нас откроется там новая тема, и вот Наталья, она за эти месяцы подготовила, и там уже готова стоит группа у нас в Телеграме к открытию, и мы нуждаемся в том, чтобы, может быть, организаторы и водители той группы «Стройности» подключились к тому, чтобы эту новую тематику про стресс, как использовать энергию стресса для новых достижений, для раскрытия творческих качеств, для улучшения здоровья и так далее, для того, чтобы открывать себе такие ресурсные возможности, о которых вот даже раньше не подозревали, и совершать победы, о которых даже раньше и не думали в разных областях. Хоть в спорте, хоть в живописи, хоть в поэзии, хоть в танце. Наталья, она дает свой телефон. Кто хочет вести эту группу, а может быть не один, а два человека или три человека, потому что она создала это, она все эти главы сделала, осталось только открыть, и нужны вот люди, которые будут... Наши энтузиасты, школы «Человек будущего» Homo Futurus. Еще раз благодарностью за то, что вели группу «Как построить», и предлагаю рассмотреть этот вопрос. Это для всех будет огромнейшая польза. До встречи, друзья!